С 1 по 4 класс Марина Гончук училась на одни пятерки. В средней школе не все предметы девушке давались легко. Особенно сложной казалась математика. К 9 классу Марина преодолела трудности в учебе и закончила основное общее образование с красным аттестатом. Сейчас, будучи в 10 классе, Марина Гончук четко поставила себе цель выйти на золотую медаль. Биология, химия обожаю. К языкам есть способность, не то что прямо из любимых, но почему бы и нет. Очень хочу в Москву. Высшая школа экономики – это мечта. Это очень четкая мечта, цель, к которой я иду, к которой я стремлюсь и прикладываю огромное количество усилий, чтобы достичь этой цели. На торжественной церемонии отличников первого полугодия 2022-2023 учебного года наградили специальными поздравительными дипломами от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Такое мероприятие для Сарова прошло впервые. В своем обращении глава региона представил ребятам новый образовательный проект IT-кампус «Неймарк», в рамках которого учащиеся могут предложить свои идеи для продвижения талантливой молодежи. Вся команда правительства Нижегородской области заинтересована в каждом из вас. Мне безумно приятно видеть целый зал отличников с 8 по 11 класс. Это здорово. Это значит, что есть цель. Это значит, что есть мотивация. Это значит, что есть стремление и движение вперед. Это значит, что вы хотите быть впереди. И это значит, что именно от вас, прежде всего, будет зависеть будущее этого города, будущее Нижегородской области. Отличники признаются, что учиться на одни пятерки – дело непростое. Нужны большие усилия, недюжинная сила воли и целеустремленность, чтобы держать планку, добиваться своего и всегда быть в рядах первых. В 11 классе очень, на самом деле, тяжело совмещать какие-либо увлечения вместе с учебой, но приходится отказываться от каких-то других потребностей и полностью фокусироваться именно на учебе и все оставшееся свободное время отдавать либо просто отдыху, либо каким-то другим занятиям. Я лично занимаюсь спортом. Руководители департамента образования пожелали отличникам Сарова дальнейших успехов в учебе и покорения новых вершин. Светлана Юрнова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.